Сегодня мы приготовим курицу с фасолью и овощами по-восточному. Готовится блюдо недолго. Рекомендуется курицу замариновать минут на 20-30 в соевом соусе с добавлением меда, соли и перца. Ну, можно имбиря еще маленько добавить. Но, в принципе, можно приготовить и так. Курица получается очень вкусная, кисло-сладкая, естественно, что-то близкое к китайской кухне или восточной. Для того, чтобы приготовить это блюдо, нам нужна куриная грудка, фасоль, перец болгарский, помидор, лук, морковь. Вначале я обжариваю лук и морковь, можете нарезать произвольно, мне понравилось так, я так и нарезал. Фасоль отрезаем все лишнее по бокам, и я просто напополам разрезаю, конечно, хорошо ее промываем. Добавляю к обжаренной моркови с луком курочку и стараюсь ее маленько зажарить, солю, перчу. Курочка где-то 2-3 сантиметра у меня нарезана. Переворачиваем, обжариваем маленько, а затем я добавляю туда соломкой нарезанный перец. Вы можете хоть как нарезать, как вам больше нравится. До этого момента курочка у меня уже минут 10 где-то пожарилась, вода выпарилась, и фактически я уже обжариваю слегка перчик, а потом добавляю фасоль. Фасоль минут 5-6, я думаю, будет готовиться. После фасоли через некоторое время, там 3-4 минуты, я добавляю еще нарезанный помидор, чеснок нарезанный 2 зубчика и заливаю соусом из соевого соуса, имбиря, чуть-чуть крахмала и меда. Заливаю, накрываю крышкой и оставляю на 5 минут. Вот что у меня получилось. Замечательно пахнет, хорошо выглядит. Единственное, надо еще посыпать кинжутом. Вот так вот я посыпаю кинжутом. У меня белый и черный. Это в первую очередь для того, чтобы хорошо смотрелось. Посмотрите, как это замечательно выглядит. Кисло-сладкое блюдо, вкусное. Без фанатизма. Перец там тоже присутствует. Ну, я не знаю, насколько это китайская кухня, но мне нравится. Посмотрите, как в лучах солнца все играет. Я думаю, что это закуска горячая, или можно его как второе блюдо подавать. Понравится вашим гостям, близким. И имеет право на существование. Мы вам рекомендуем приготовить это блюдо и посмотреть наши другие рецепты. У нас много полезных, интересных и вкусных блюд. Очень надеемся, что наши видео вам нравятся. Если это так, то, пожалуйста, ставьте лайки, подписывайтесь, рекомендуйте нас друзьям, смотрите наши рецепты, готовьте вместе с нами. Всего вам доброго, до новых встреч и, конечно, приятного аппетита!